снимаю людей. Такой вид. Сейчас 2 часа. Цветочки. Наверное, вот так вот лучше. Это ресепция. О, во вторых этажах там люди живут. В таком стиле сделан отель. Видите, как тут Джульетта сидит на балконе, а Ромео снизу кричит. Иди сюда, иди сюда. Это ресторан. Ну, она тоже селфи делает. Вот такая вот. Не будем ее тревожить. В общем, вот здесь вот все бассейны. Видите, там вода бежит. Они включают с утра бассейны. Фонтаны, водопады. И далее-далее там пляж. Ну, все близко. На другой стороне там сафага. Сияет огнями. О, вот так вот. В туалете чистота. Они еще вечерами включают аромалампы. Вкусно пахнет. Все это зажигается. О, обратила я внимание, что это ониксовые плафоны. Они все разные. В общем, все в ониксе сделано. В Луксор ездили, заезжали на фабрику этого оникса и алебастра, где они все творят. В общем, вот так вот. Естественно, там написано не садиться, потому что он лопнет. Как-то не сядет. Вот таблички там не садиться. Вот, вот такой вот огромный. Ну, в Египте, считаю я, это лучший отель. Для Египта он самый лучший на побережье. Людей нет. Вот так вот можно. Всякие травки-муравки. Я же показывала бар. На этом диванчике я уже сидела. Библиотечка такая маленькая. Люди тут... О, это там ходит работник бара. Здесь вот шахматы, шашки играют, телевизор смотрит. Там вот музыка вечерами. Но цены... Мы за неделю выпили пиво, коктейли на 150 евро. Вот. Бирель, нормальное пиво тут, безалкогольное. Оно такое со вкусом пива, такой вкус яблок сушеных. Понравилось мне. Такие колонны. Людей не буду светить. Вон там еще одна ваза с цветами. Там ребеныш бегает. В общем, вот так вот красиво. На цветочках, наверное, остановимся.